Салют, друзья! Салют, я рыцарь! Ромчик говорит, что он рыцарь. У нас есть рыцарский замок, но он какой-то ненадежный, да? Да. Ветер дует, а замок что делает? Падает. А-а-а, вот такой у нас замок. Ну, это как-то несерьезно, да? Да. Что же нам с тобой делать, Рома? Нужно другой замок. Другой замок, который от ветра не падает? Да. Папа, ищи замок другой. Где мне взять его, этот замок? Купи! Рома просит у папы купить ему другой замок. То у нас рыцарь не получается, да? Да. Что это вы принесли такое? Папа принес нам вот такую огромную коробку. Смотри, я нашел вот эти ключики. Ключики нашел? Да. Ты ими, наверное, складывать? О, наш замок там падает настоящий. Так, смотрим. Написано, что у нас должен получиться вот такой вот мегаблок-замок. Мегаблок-замок? Да, у него даже должна быть калитка. Чего себе. Что, будем строить, Ромчик? Ну да. Я надеюсь, что такой замок наш ветер не сдует. А ты как думаешь? Тоже не сдует. Тоже думаешь, что не сдует? Нет. Какая-то конструкция. Это крыша? Крыша, да. Да. О, вот это конструктор. Я понимаю. Давайте все доставайте. Ого! Смотри, мама, замок вот. Ну, почти замок. Здесь должна быть инструкция, и по инструкции будем складывать. Взять вот такие кирпичищи. Построить основу. Да. Вот такое у меня лего есть. Это у тебя такое лего? Давай будем строить в стороне. Здесь у нас будет склад. Давай. Давай, понесли. Сюда, раз. Видишь, как на инструкции? Еще? Еще неси такой кирпичик. Я помогу. Ой, вот! Три, а вот этот надо уже поворачивать. Вот так. Да. Давай. Рома, еще есть темный? Смотри внимательно. Есть. Прямо. Да, молодец. Еще? Давай. Еще один также надо будет поставить. Вот. Да. Все, я смотри, не падает. Угу. Есть, не падает. Теперь? Да, давай. Теперь уже вот так ставь. Так? Вот так вот. Вот так. Вот еще один есть. Уже? Какие-то развалины пока что. Давай, бери. Нам надо замок построить, а не развалины. О! Ага. Так, первый этаж мы построили, фундамент. Теперь можно начинать следующий. Вот это? Да. Вставляй сюда. Только я какой строю. Стороной? Правильно, вниз. А теперь одевай блок. Смотри. Я тут ожу, я тут ожу. Тогда еще одну надо в эту комнату. Да, иди бери вот. Молодец. Красненькую. Точно так же. О. Молодец. О, как ты хорошо справляешься. Спасибо. Пользуйтесь. Ваша служба.
нужно строить дверцу. Смотри, уже. Ого. Ну, а теперь бери маленькую. О! Я тут живу, я тут живу. Теперь мы должны построить вот такие колонны. Давай вместе. Ты одну и я одну. Так, смотри, как папа делает и повторяет такую же. О, вот такие колонны. Такие небольшие. Одна колонна. У нас здесь будет сборочный цех. Будем потом везти туда и там устанавливать на дворец. Отлично. Ну что, давай посмотрим, куда нам ее ставить. Показывает ставить вот так. Как-то так вот. Чтобы соединить. Да. Так что... Вот здесь также ставь. О, вот такие две колонны. Я иду куда хочу. Там бери следующую. Смотрим. О, вот такая. Да. Так, бери еще одну колонну, последнюю неси. Вот такой замок. О, какая у тебя крепость. Смотрим, что здесь нарисовано. Вот эти штучки надо сюда вставлять, наружу. Вот эти. Вниз их, да. Вот так получается. Сюда. Как на рисунке. В каждую колонну снаружи вставляй такую штучку. Так. Ага. Сюда вот. Отлично. О, теперь поставим дверь. Давай. Ты молодец. Ты в засаде? А где твоя крыша? Если дождик пойдет, что ты будешь делать? Что мы забыли сделать? Крышу. Крышу поставить. Еще один штрих остался. Как делать крышу? А вот у нас есть такая решеточка для крыши. Ее уже соединили. Теперь попробуем поставить. Давай вместе, Ромчик. Давай. Смотри, что папа делает. И папа тут клац. 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 Ну, легко заклацает. Я сам. Ух ты. Видишь? Папа, а где крыша? Ну, какая у нас крыша красивая. Ты, это у вас ночь. Ром, смотри. От солнца закроет. Ромчик. О, очень легко. Ку-ку, какой у тебя замок. Ух ты. Рома, ты там можешь встать? Собираешься? А ну-ка покажите ваш замок, сударь. Ку-ку. 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 Я вам принес трон. Трон короля. Извольте выйти изнутри, сэр. Делаем тут трон. Можете воссесть на свой трон. Король Роман. Вот такой у меня замок. Нравится тебе? Да. Можно много игр придумать с таким замком. А можно к тебе? Да. О, как тут чесновастенько. У нас рыцарские прищепки. Что ты? Попробуем сделать двухэтажный. О, сейчас у нас будет двухэтажный дворец. Да, второй этаж нужно привязывать. Ром, выходи, посмотришь. А, второй этаж.
этаж упал. И двери отвалились. Сейчас зафиксируем второй этаж. Я держу его. Держи, Ромчик. Решили второй этаж не делать. Вот такое у Ромчика королевское владение. А что ты там делаешь? Это у тебя спальня? Да. Вот это спальня. А вот здесь, наверное, мы принимаем гостей. Нет, там кухня и там ванна. Здесь кухня? Ой, паук. Паук? У Ромы... У короля в спальне паук. Вот. Где? О, так и паук. Ух ты. О, Рома идет спасать свои владения. Там какие-то у нас недоброжелатели. Это какой-то Кинг-Конг. Великан завелся, Рома. Спасай замок, развалится. Кыш отсюда, кыш. Мое. Это мое. Рома, выгоняй его, выгоняй дракона. Вот так толкай его. Молодец, Рома. Защищает свой замок. Я вон тут сверху нарисован. Вон я дракон. Дракон говорит, что это он. Рома, он унес твою половинку замка. Спасай. Забирай. Это мой замок. Забирай, забирай замок, Рома. Дракон, так нечестно. А, он один. Рома, у твоего замка выросли ноги. Лечу куда хочу. Это теперь замок с ногами. У меня тут иллюминатор. Иллюминатор. Я полетел. Это ракета. Замок поглотил Ромчика. Рома, ты где? Диета – это мясо. Да, еще сиська. С одной стороны это сардельки порезанные вареные, а с другой стороны это сваренная курица. Да, потом будем это наливать. И в конце мы будем все поливать майонезом и кетчупом. А потом завернем. Сейчас я сделаю полоску. Рома решил руками.